Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта NPC Acme. Соответственно, в предыдущем видео я, в общем-то, сделал анонс очень интересного раздела, который называется 9.2 аудиопсихокоррекция. Вот он здесь вот у нас самый последний в этом списке наших разделов. Соответственно, раздел посвящен абсолютно новой, уникальной технологии, я бы сказал, методологии помощи людям. Мы работали над этим более 6 лет, работал непосредственно я, мои коллеги, и в конечном итоге прошло более 6 лет, и после долгих сомнений, размышлений, я принял решение о том, что надо это показать людям, показать это миру. Громко звучит, хотя совершенно не громко. Знали бы вы, сколько времени на это все было затрачено. Одним словом, давайте я вам покажу эту самую страницу. Вы уже ее видели в предыдущем видео. Смысл ее заключается в следующем. На основании исследований одного из уникальных, на мой взгляд, ученых Советского Союза, еще тогда Советского Союза, который работал в Университете Дружбы Народов. Я не смог, к сожалению, он ушел из жизни, после себя оставил 2 книги. Я общался с его супругой и, можно сказать, смело сказать, продолжил те исследования, которыми он занимался. Узнал я об этом буквально вот 6-7 лет назад. И одним словом родилась вот эта самая технология, методология. Я не знаю, во что это в дальнейшем вырастет. Вырастет ли вообще во что-то, но тем не менее мы имеем результаты. Эти результаты носят положительный характер со знаком плюс. И я решил, что настало время показать это вам, показать это всем, показать это психологическому сообществу. Итак, даже не знаю, с чего начать, но давайте начну с самого простого. Одним словом, в лаборатории психофизиологического обеспечения ООНПЦ ЭКМЭ можно создавать определенного рода аудиофайлы. Называем мы это установками. Мы берем любой файл формата FLAC или WAV. Это может быть Вивальди, времена года, весна, лето, зима, осень. Это может быть Антонио Мариотти, любой другой какой-то файл. Без слов, не содержащий в себе каких-то голосов, звуков и так далее. Просто аудиофайл красивой музыки. Мои коллеги иногда называют это 25-м кадром. Я на них ругаюсь, говорю, это 25-й звук. Мы встраиваем определенным образом определенные в этот файл. Берем Вивальди, времена года, лето. Встраиваем туда определенные частоты определенного спектра, то есть с определенными показателями по частоте и амплитудам колебания. Определенные частоты, и, соответственно, они появляются внутри вот этих самых файлов времена года лета. Они очень хитрые. Они очень хитрые. Трудно пересказывать то, что было сделано за эти 6-7 лет. Одним словом, это может помогать людям настраивать их определенным образом, корректировать их психику, причем иногда очень серьезно, фундаментально. Вы сами можете запаузить видео, почитать о том, что здесь написано. И, соответственно, внизу вы видите самый главный файл. Вот он во вложении. Аудиопсихокоррекция, документ формата DOC. Этот документ доступен для любого пользователя нашего сайта. Его можно скачать совершенно бесплатно, свободно, без всяких файлообменников и так далее. Если вы его скачаете, то на своем рабочем столе вы увидите вот такой вот документ. Он называется также аудиопсихокоррекция. Все сложное не нужно, все нужное просто. В этом документе изложены те реальные установки
Их что-то около 50. Сейчас промотаем этот файл до конца, и вы сами это увидите. Записаны те реальные установки, которые помогают изменить человека бессознательно. Эти установки не слышны, они встроены, вот эти файлы, времена года или, допустим, какой-либо другой файл. И, соответственно, определенным образом настраивают человека, его психику, они меняют психику бессознательно. Трудно говорить обо всем этом, потому что на самом деле, не раскрывая всех карт, возможно, когда-то это произойдет, но на данный момент пока так. Все это сложно. Там гораздо все сложнее, не в десятки, в сотни раз все сложнее. Соответственно, я предлагаю вам, мои видеослушатели, зайти на эту страницу сайта, скачать этот файл и посмотреть, что он из себя представляет. Давайте посмотрим, сколько их всего. Это реально записанные установки. Здесь у нас таблица номер установки. Здесь у нас то, на что направлена эта установка. И это стоимость каждого конкретного файла. Всего их, давайте я хотел посмотреть. Да, всего их 50. Их на самом деле больше, около нескольких сотен, но на данный момент пока отработано только 50. Каждая установка базируется на каком-то глаголе. Обратите внимание, они подчеркнуты. Слушать, поддержка. Решить, увериться, принять и понять, актуализировать, стремление, желание, успокоиться, поддержать, настрой, снять, настроиться, стремление и так далее. Я быстро проматываю, вы можете запаузить, посмотреть это с экрана, проще всего зайти, скачать этот вордовский документ, доковский. Трудно обо всем этом говорить. На данный момент эта технология проходит у нас в лаборатории испытания. Она будет проходить эти испытания еще десятки лет, может быть. Пока жив я, пока существует лаборатория психологического обеспечения, работают мои сотрудники. Вот, например, установка номер 32. Под заголовок, условно говоря, операции и травмы. Стоимость ее составляет 70 тысяч рублей. И в данном случае на моем компьютере реально лежит файл, в котором записана эта установка. Поддержка в ожидании операции на головном мозге. Опухоль. При возможном, понятно, да, риск очень велик, смертельном исходе. Прослушивать этот аудиофайл можно сколько угодно раз. Ну, рекомендуется 2-3 раза в день, допустим, утром, вечером. Вечером можно повторять неоднократно прослушивание этого. Но давайте я его до конца дочитаю, эту установку. Поддержка в ожидании операции на головном мозге при возможном смертельном исходе после операции при успешном ее завершении. Не слушать этот файл и другой файл с этой композицией никогда. Тут таких файлов немного, вот буквально их два. Поддержка в ожидании любой сложной операции, не обязательно операции на головном мозге, связанной с опухолью головного мозга, раком. И опять же, не слушать эту композицию после проведения операции никогда. Слушать можно и мужчине, и женщине при болезни своего ребенка. Из конкретики этих установок, наверное, вам уже стало понятно, что каждая установка на протяжении этих 7 лет рождалась не просто так. Приходил конкретный человек, рассказывал о своей проблеме, на глазах у него были слезы. Может быть, несколько таких случаев было. Приходила семья, 2 человека, 3 человека, родственники. Ну, в данном случае
помощь родителю женщины в состоянии после потери смерти ребенка в автомобильной катастрофе. Конкретика состояния, и этот файл был записан специально для тех людей, для тех лиц, которые испытывают нечто подобное. И это помогает. Или же, предположим, такой файл. Слушать при потере дочери матери, то есть когда дочь теряет мать. Умирает ли она своей смертью или вследствие какой-то катастрофы, не принципиально. Слушать при потере дочери матери, решение проблемы потери матери дочерью. Обратите внимание, уважаемые видеослушатели, серьезный момент. 48-я установка. Ее как бы нет, но она есть. Но она не поставляется. И не продается. Очень тяжелый случай. Очень тяжелый конкретный случай. В данном случае две установки, вернее, каждая из них содержит по три файла, аудиофайла, для юридических лиц, для предприятий, для организаций. Как вот эта установка. Ну, в общем, для любого работающего человека. Скачаете, посмотрите, почитаете, поймете, о чем идет речь. Соответственно, здесь есть некий номер установки, указывается в заявке. Вот здесь вот это, собственно, номер установки. И алгоритм получения психоаккредитационной помощи. Внимательно ознакомьтесь со всеми установками. Поймите смысл каждой установки. При необходимости можно проконсультироваться, задать вопросы специалисту ЛПФО по электронной почте. Я отвечаю без исключений на все письма. Я отвечаю всегда на звонки или же перезваниваю сам в крайнем случае и отвечаю на все письма. Далее ниже идет заявка, она элементарна. То есть вы можете скачать этот файл. Внизу вы увидите номер установки, вы его укажете вот из этого столбика. Запишите сюда ваш электронный адрес, оплатите эту установку на указанную карту Visa. И буквально в течение 1, 3, 5, 10 дней вы получите эту установку. Эти установки не константа. Мы работаем над каждой из них, мы их совершенствуем, совершенствуем технологию в целом. Что имеем, то показываем, то даем. Они совершенствуются, и возможно при каком-то общении через Viber, Skype, WhatsApp или еще как-то по электронной почте конкретная установка, предположим, помощь родителю мужчине в состоянии после потери смерти ребенка в автомобильной катастрофе. Прекрасно помню этот случай. Соответственно, установка может быть скорректирована по общению с вами под конкретную уникальную ситуацию. Нет ни одной похожей ситуации, как нет ни одного похожего случая рака. Кто знает, тот меня поймет. Все случаи совершенно уникальны, что там оперируют врачи. Вроде бы понятно с физиологической точки зрения, физической, что оперируют врачи, когда они действительно режут человека. На самом деле непонятно, в руках ли это Господа, в руках ли это провидение, случая. Врачам кажется, что все понятно, но умные врачи говорят сами, что мы сами не понимаем, что мы лечим, как мы лечим. Даже светило онкологии, да, то есть онкологи говорят об этом откровенно, не стесняясь. Да, мы что-то режем, мы что-то вырезаем. Мы видим эту биохимию, химию, делаем анализы, но не знаем, как это излечить. Решения проблемы нет. Но в данном случае настрой на восстановление, заживление, выздоровление после любой сложной операции. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Приобретаете, слушаете утром, днем, вечером. Внутри композиции Вивальди записаны определенные слова, буквы, словосочетания, цифры. И все это с определенными частотами записано в этом файле. Вот такой вот веселый, невеселый и не анонс, а продолжение темы аудиопсихокоррекции. Настало время вам это показать.
при ежедневном прослушивании 24% вероятность забеременеть. Прослушивать не менее 2 раза в день. Цена вопроса новой жизни 5000 рублей. Пожалуй, на этом все. Видео будут об этом неоднократно и десятками. Интересные случаи мы с вами будем обсуждать. Благодарю вас за внимание и удачи вам!